Всем привет, ребят, с вами Юмилия. Только посмотрела первый эпизод Metal Family, мне стало интересно, хочу посмотреть и второй. Но тут встал передо мной другой вопрос. Тут есть версия с цензурой, а есть версия без цензуры. И я, если честно, не знаю, что смотреть лучше. В принципе, мне уже есть 18+, и почему бы и нет? Я бы хотела посмотреть такой видос, но многим из вас нет 18. Я-то это знаю. Поэтому, наверное, будем смотреть с цензурой. Но все-таки я сама хочу потом посмотреть еще и без цензуры. Просто, мне кажется, реакцию записывать на цензурную версию и бесцензурную версию нет смысла, типа, на два видоса. Поэтому будем смотреть только с цензурой. В общем, приступаем к просмотру. Ой, классная музыка какая. Ты опоздал. Училка не хотела отпускать на перемену. Я ей отпросился в туалет. Блин, мне хана. Да, тебе хана. Если не принес то, что мне нужно. Не пались. И что там? Слушайте, а это сработает? Контрольная, это устная. По статистике, вероятность того, что ты провалишь контрольшу, равна нулю, если ты связался со мной. Просто вставь это в ухо и прикрой волосами. И как это работает? Просто слышишь меня? Допустим, вопрос номер 7. Определение энергии. Повторяй за мной. Энергия – физическая величина, которая характеризует способность тела или системы тел выполнять определенную работу. Властелин колец. Дальше. Термин «энергия» ввел физик в английский ученый Томас Юнг. Смотря кто переводил. Получается, я чувствую себя таким умным. Мановар, говно! Ты не хочешь это словить? Не то, что это идиот. Это твой рэп, говно, горилла, ты конченая. Да, и этот идиот мой брат. Оу! Звонок! Вот черт, сейчас контроль начнется. Ну так поторопись, я буду на связи. Такой величественный прям, я буду на связи. Суслик. Что надо? Да так, ничего. Ты с ним закончил? Нет, ёп! Я сейчас заставлю его свою футболку сожрать за то, что рэп говном назвал. Если честно, я изначально вообще подумала, что вот этот вот беловолосый парень — это отец главного героя в детстве, оказалось, что это его брат. Чё, какое говно? Ну, пиздец тебе. Суслик. Погоди. У меня для тебя есть выгодное предложение. Мне известно, что ты живешь в доме 8 напротив видеомаркета. Я видел, как ты часто поглядываешь в этом магазине на новую Соньку. Я знаю, что ты хочешь ее получить. И я слышал, что твой батя собирается подарить ее тебе на днюху. Проблема лишь в том, что твоя днюха в начале июня, а тебе, с твоими оценками, грозит остаться на второй год. Ты представляешь себе свой день рождения? Молодец, сынок. Наконец-то ты второгодник. Вот тебе новая Сонька. Ага. Черт! Логично. Я предлагаю тебе... Вопрос 37, прием. Итак, я слушаю вопрос. Блин, бедный чувак, он его подставил. Да, сейчас. Вопрос 37. Это строение атома. Охренеть, ты 2 метра пролетел. Фу, ты вынул ее изо рта. Не смей ее теперь Жесть. О, фу, мерзко. Итак. Да. Атом, греческого атома, что переводится как неделимый, состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженного... Ай, да не трогайте меня. Элементов. Элементов. Тебя-то за что? Не знаю. Ого, хрена себе, у тебя щека разбухает. Заткнись. Размер атома зависит от электронного облака. Так, реально разбухает. Тебя что-то рассмешило? Ди, у тебя, походу, сотрясение. Ты такой бред несешь. Атом. Атом. Состоит из...
Думаю, многие хотели такого друга, который бы через наушник тебе подсказывал варианты ответов на экзамене. Вообще, это действительно было бы очень круто и по-настоящему хитрожопо. Но вот я, зная себя, наверняка бы как-нибудь налажала и вот как-нибудь примерно так бы отвечала. Поэтому мне было бы проще отвечать на подобном экзамене самой. Если честно, я думала, что во втором эпизоде будет продолжение, прямое продолжение первого эпизода, и там покажут маму. Ну, потому что, блин, мне действительно интересно узнать, как она вообще выглядит. Ну, а также, как я сказала ранее, изначально я подумала, что беловолосый парень является отцом героя в молодости, а оказалось, что нет, это его брат. Споры по поводу того, что круче рэп или рок, длятся уже не одно десятилетие, и я помню, как сама была такой же и спорила с рэпером, что рок топовее, рок круче. И я никогда не забуду человека, который говорил мне: «Русский рэп — это круто, русский рэп — это топ!» Ну, возникла у нас такая спорная с ним ситуация, я просто сказала: «Все, замолчи», ушла тогда и все. Поэтому хорошо, что не дошло до подобного, не дошло до насилия. Я прекрасно понимаю, что, типа, кто-то любит рэп, кто-то любит рок, но самое главное, чтобы люди понимали, что у другого человека может быть противоположная точка зрения, и не навязывали свою точку зрения другому человеку. По-моему, это самое важное не только в музыке, но вообще во всем, во всей нашей с вами жизни. А с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Спасибо за просмотр, и всем пока!